Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Олег Сипетый, торговая сеть «Командор». Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы были спикером нашей деловой сессии. Давайте немножко расскажем о теме выступления. Тема выступления была «Региональный ритейл. Гонка с препятствиями». Мы рассказывали, как участвуем в гонке, какие были препятствия, как их преодолевали, какие будут предположения дальше, и успешно с этим справились. Хочется теперь как-то уже поподробнее, что конкретно предпринимали, как справились и какие вызовы были. Очень приятно было с коллегами обменяться информацией. Вызовы были... Мы концентрировались на двух вещах. Чтобы товар был на полке, чтобы не было скачков цены. И инфолайн, смотрели в конце сессии, в начале сессии, подтвердил то, что доля региональных сетей в регионах выросла по отношению с федеральными. Это очень радует. То есть мы с ситуацией справились на отлично. Правильно я понимаю, что это говорит о том, что региональные сети лучше реагируют на какие-то раздражители и какие-то вызовы, и они менее инертные, поэтому могут быстро принимать какие-то решения? Менее инертные, лучше знают своих покупателей, очень хорошие коллаборации с местными производителями. Ну, плюс еще сыграло то, что мы ближе к Азии, Средняя Азия, Казахстан, Китай, Корея. То есть мы быстрее цепочки поставок перестроили. Здорово. Расскажите, может быть, какие-то основные моменты еще на сессии. Может, вам понравились какие-то выступления ваших коллег. И вы что-то для себя, для своей сети тоже приняли на вооружение. В принципе, главной темой прошло то, что региональный ритейл должен отличаться и нести свою ценность именно для людей, тех, которые проживают на территории. И эта стратегия, которую мы продвигали, она сработала. Будем ее дальше расширять. То есть нам надо своей региональностью гордиться. И люди, которые на территории проживают, и ритейл, и производители. Это у нас получилось. Замечательные слова. Мне кажется, добавить больше нечего. Спасибо вам большое за вашу работу. Я желаю вам дальше удачи в вашей борьбе за прекрасное счастье нашего покупателя. Спасибо. Вам большое спасибо.